Приветствую всех, с вами Финаргот, и мы возвращаемся к игре Artifact. В прошлом ролике я спрашивал, интересен ли вам будет формат обзора существующих карт, и многие положительно отреагировали на данный вопрос, поэтому я выпускаю первый ролик. Единственное, я решил выпустить несколько роликов, чтобы не было одного очень долгого. В связи с этим первый будет посвящен картам героев. Также несколько дней назад один из русских локализаторов Steam сообщил, что в Artifact полностью будут переводить названия карт, и опубликовал черновой перевод уже существующих. Поэтому я решил его также использовать в ролике, а вы можете делиться своим мнением касательно этого и формата ролика в комментариях. Также напомню вам, что известны далеко не все детали карт, к примеру, изображения, эффекты, статы и многое другое. Информация может резко измениться и оперативно обновляется на нашем сайте и в паблике. Ссылки есть в описании. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что завтра начинается минор от Старладдера, и Кунка расскажет, как заработать на ставках с промокодом Финаргот. Что бы было, если бы Кунка знал, что можно не просто играть в доту, но и делать на этом ставки? На самый черный Black Hole. Букмекерская компания 1xbet. В Artifact, как я вам уже ранее рассказывал, карты делятся на 4 цвета: красный, черный, синий и зеленый. Поэтому сперва начнем с карт героев красного цвета. И первый герой — это Акс. Пока лишь известны его статы: урон 7, здоровье 11, броня 2. Легион Командер, на русском — командир легиона. Урон 6, здоровье 8, броня 1. Способность Moment of Courage, миг отваги. Пассивная способность, которая наносит 2 урона атакующему юниту. Сорла Хан, урон 8, здоровье 6. Способность Вармонгер, воительница. Пассивная способность, которая дает плюс 4 к урону по постройкам. Свен, урон 5, здоровье 11. Бристлбэк, возможный перевод, иглогриф. Урон 8, здоровье 12. Способность Баррум Браулер, трактирный дебошир. Реактивная способность, получает плюс 2 к броне, когда блокирующий его герой погибает. Урса, о нем пока ничего не известно. Герои черного цвета. Фантом Ассасин, фантомная убийца. Урон 6, здоровье 8. Способность Efficient Killer, эффективность. Пассивная способность, атакуя героев, наносит плюс 4 урона. Кроумен Ревенхук, перевода пока нет. Урон 3, здоровье 6. Способность Cold Repossess. Активная способность. Уничтожьте случайный предмет юнита, стоящего напротив Ревенхук. Получите золото, равное начальной стоимости этого предмета. Также известно, что есть Некрофос и Снайпер, но ничего об этих картах пока не известно. Далее у нас герой зеленого цвета. Рикс. Урон 3, здоровье 7. Способность Rapid Deployment. Пассивная способность. Если герой был убит, верните его на поле боя в начале следующего раунда. Лайкан или Ликан. Урон 4, здоровье 10. Способность Feral Impulse. Животный инстинкт. Пассивная способность. Соседние юниты получают плюс 2 к атаке. Также имеется Абадон и Дроу Рейнджер, лучница Дроу, зеленого цвета. Об этих картах также пока ничего не известно. И герои синего цвета. Зевс. Урон 3, здоровье 7. Способность Static Field, статическое поле. Реактивная способность. После того, как была сыграна синяя карта, наносит один проникающий урон примыкающим вражеским юнитам. Crystal Maiden, кристальная дева. Урон 2, здоровье 5. Способность Arcane Aura, аура чародейства. Пассивная способность. Возвращает 2 единицы маны за каждую использованную способность. Луна. Урон 3, здоровье 8. Способность Lucent Beam или луч света. Реактивная способность. Перед фазой действия наносит один проникающий урон случайному противнику и накапливает заряд для карты Eclipse. Также имеются герои Earthshaker, землевержец, Огр Мэджай, Огр Маг и Веномансер, Веномант, о которых также пока ничего не известно. На этом все.
В следующем ролике мы рассмотрим карты навыков. А пока вы можете делиться своим мнением в комментариях. И не забывайте ставить лайки, подписываться и нажимать на колокольчик. Также не забываем о розыгрышах в паблике Артефакта. Ссылка есть в описании. С вами был Фенаргот. До скорых встреч!